Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава Кореймот. И есть закон о кашруте, вернее, о приношении жертв. Написано, что человек, который зарежет животное, а в шатре откровения или в храме не выполнит все действия, как это положено, то он будет наказан. Что это такое? То есть человек хочет принести жертву, хочет просто выполнить то, что говорит Всевышний, приносение жертв, жертв, так как наши праотцы выполняли заповедь, где находили нужным, строили жертвенник, резали животных, во славу Всевышнего приносили, все выполняли. Нет, Всевышний говорит, все, теперь или это переносной храм, как было в пустыне, или это стационарный храм, который дальше у нас будет построен. И все. И по-другому мы не можем поступить. Впечатление создается, что получается, мы не можем себе зарезать мясо, то есть взять животное и взять мясо, кушать. И так действительно было, что когда были в пустыне, так просто зарезать животное без принесения в мирную жертву нельзя. То есть это приносится мирная жертва, часть сжигается на жертвенники, часть забирает коин, остальное забираешь и домой ешь. И есть его можно максимально 2 дня и ночь между ними. Но в другом месте Тора пишет, если человек хочет есть мясо, то сколько угодно душе твоей, столько ешь. Где ты живешь, в любом месте мира, ты можешь резать и есть. Только, говорит, крови не ешь, на землю выливай ее как воду. Вот так. То есть есть заповеди, которые говорят только о земле Израиля, допустим, 7 дней в стране Израиля живите в суке. Это праздник Суккот. Там четко написано, в стране Израиля обязаны. А здесь, по всей земле, где бы вы ни жили, можете резать и есть животных. И неважно это, год они будут храниться, 2 дня, ночь между ними, неважно. Если это просто для еды и к жертве не относится, пожалуйста, можете взять это мясо, зарезать сегодня, засыпать солью, есть когда хотите. Вот так. То есть есть большая разница. Что касается животных, которые приносятся на жертвенник, бык, овца и коза, эти 3 вида животных приносят на жертвенник, то наши мудрецы говорят, что кровь не обязательно присыпать землей. Если это дикое животное, мы обязаны поймать это животное, если его режут, значит тогда кровью присыпается и снизу, и сверху землей. Это такой закон. Но, что касается этих животных домашних, которые приносят на жертвенник, этот закон не действует. Не обязательно засыпать землей. Но что касается птиц, обязательно. Для еды птицу взяли, зарезали, все, кровь выпустили на землю, обязаны присыпать землей. Такой закон. Не все понятно, но вот так. Почему кровь присыпает землей? Потому что, чтобы отдать этой крови как бы честь. Потому что это телу отдается честь, засыпается землей, и также эта часть тела, эта кровь, в общем, она тоже получает, как бы имеет такой почет, его присыпая землей. Такой удивительный комментарий, но такой, как есть. Вот так. Что касается диких животных, особых строгостей с ними нет. То есть, если мы зарезали, мы можем есть любую часть. Не надо думать о части, которая называется внутренний жир, который мы, допустим, в домашних животных есть, не имеем права. Тот жир, который легко снимается с кишек животного, мы его есть не можем. Это жир предназначен для воскурения на жертвеннике. И мы такой жир есть не можем. А в диких животных, пожалуйста. Все это разрешено. Вот так. То есть здесь такой строгости нет. Но крови нельзя есть ни там, ни там. Потому что кровь – это душа. И если человек будет себе позволять есть кровь, то
те качества дурные, которые есть, допустим, у животного, в этой крови, что оно будет дикое, то человеку будут переходить эти свойства. То есть, если будет какой-то бешеный бык, человека перейдет такой характер, он сам будет этого страдать. То есть, это все имеет большое значение. Обязательно кровь удаляется. Значит, животное зарезали, вымыли, и после этого засыпается крупной солью, чтобы вытащить оставшуюся кровь. Вот так. Только тогда можно такое мясо есть. Если купить готовое мясо уже в магазине с печатями кашрута, то не надо ничего уже делать, оно уже полностью готово к употреблению. Вот так вот. И почему Всевышний запретил нам приносить жертвы в поле, там, где мы считаем нужным? Написано, что это все равно, что демонам приносить эти жертвы. Вот так, демонам, бесам приносятся жертвы, если мы пытаемся принести жертву в поле, вне храма. Вот. Раньше, да, действительно, строил Авраам жертвник, приносил жертвы в одном месте, в другом, также Яков приносили жертвы. То есть, не было в этом никакого запрета. Но это было только до дарования Торы. Когда мы получили Тору, все законы уже меняются. Особенно, когда построили храм, то все. Теперь у нас храм, это единственное там, где мы можем приносить жертву. На сегодняшний день у нас храма нет, естественно, жертву мы не приносим. Вот. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за падение души Мойше бен Давид, Берта бат Исраэль, памяти Павел бен Ефим, Яков бен Ахум, Владимир бен Григорий, за здоровье Давид бен Стелла, Светлана бат Клара, Шолом Йона бен Сара, Шимон бен Исхак, Инна бат Мира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна бат Ривка, Рахель бат Лилия, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Стелла бат Тейла, Женя бат Ида, Инна бат Дора, Анна бат Елена, Станислав бен Рахель, Ефим бен Эстер, Двойра бат Мария, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Мэль, Евгений бен Берг, Ита, Фира бат Анна, Геннадий бен Елена, Елена бат Инесса. Ольга бат Светлана, Йосиф дан бен Цара, Таня бат Фрида, Ида бат Рива, Вадим бен Татьяна, Юрия бат Бела, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейка бат Берта, Ася бат Года, Марк бен Нина, Ира бат Вера, Леон бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана Цепора бат Цара, Ида бен Хая Авива, Ефим бен Соня, Майя бат Фаина, Алексей бен Ольга, Клара бат Броня, Гая бат Царит, Мазала Сас Гула, Ирина Батури, Арона Ребен Ри, за хороший дух Арона Ребен Двор, Низ Бен Хома, Мигаль Бат Сара, Хана Бат Авраам, Рафаэль, Эрилет Бен Лариса, Галия Бат Гидалия, Парасай Брюд Владимир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха, Парнаса Кавана, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится страшная война. До следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом.